вечер. Это шоу результатов программы «Танцы со звездами». Наши правила суровы, как сама жизнь. И каждую неделю от нас уходит одна пара. Кто-то переживает и плачет. Кто-то переживает, но сдерживает слезы. Поверьте, для всех уходить больно и обидно. Тем более, когда дошли, дожили, дотанцевали до середины пути. Уважаемые судьи, кто, по вашему мнению, сегодня уйдет и почему? Самый слабый танец был, к сожалению, но не потому, что это участница самая слабая, а просто, мне кажется, это вообще самый сложный экзамен у нас. Это была Ира Салтыкова, потому что фриденс был просто самый неудачный. Вот и все, только поэтому. На прошлой программе «Ча-ча-ча» в исполнении Алики и Аркадия, на мой взгляд, было очень далеко от того, что, собственно, называется «Ча-ча-ча», при том, что сам номер был станцован очень интересно и актерски очень здорово, но, пожалуй, вот этот номер оставил у меня самые большие сомнения. Я радовался в течение нескольких программ восхождению Ирины и Жени Папанаишвили, но мне кажется, тот фриденс, который они исполнили в прошлый раз, дает мне основание предположить, что они находятся в опасной зоне и могут покинуть программу. Внимание! Турнирная таблица 6-го конкурсного дня. По мнению судей, на первом месте Алика Смехова и Аркадий Полежаев. 38 баллов. На последнем месте Ирина Салтыкова и Евгений Папунаишвили. 27 баллов. Давайте вспомним, как танцевали наши ребята. Знаю, что не сумел я понять, что надо мне. И винить бы себя, но причина другая, семья. See the light on your face. Let it shine, just let it shine. Let it shine. Как же эту боль не преодолеть? Расставание маленькая смерть. Скопья, скопья, миско. Скопья, скопья, миско. Очертания смутны, череда, темная вода. Молодежный жизнь, 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 жизнь. Вы смотрите шоу «Танцы со звездами». Голоса подсчитаны, и сейчас мы назовем пары, которые продолжат соревнования. Они продолжат радовать нас. Пара номер 8. Наталья Громушкина, Петр Шигин. С каждой программой они прогрессируют и будут улучшать свое мастерство дальше. Это пара номер 7. Дарья Сагалова, Антон Ковалев. Они остаются. Они уже были на грани вылета. Но они остаются. Это пара номер 2. Алика Смехова, Аркадий Полежаев. Они остаются. Им еще предстоят репетиции.
долгими ночами. Но это их не пугает. Это пара номер 5. Татьяна Лазарева, Александр Литвиненко. Они остаются. У них в паре не все так просто. Но, тем не менее, они остаются. Пара номер 9. Светлана Светикова, Александр Бауров. Они остаются. Красивый партнер. Очень требовательная натура. С ней непросто. Терпению Александра Баурова могут поучиться даже тибетские монахи. Вообще, отбегает меня, типа ты испугался. Допустим, образно, да, да, да. Так, интересно. Наконец-то ставит номер Саша у нас сегодня. Вот, и посмотрим, что же он все-таки придумает. Значит, и... Да? Да. И на верхушке. Та-та-та-та-та-та-та. Надо прессик подкачать немножко. А то что-то как-то... Нет, мы должны милый образ из меня делать. Я же хорошая девочка, никто этого не понимает до сих пор. За плечи. Да. Там, да. Там, да. А... Можно, да. Встаешь? Да. И слева ножки двигаешься. Та, та, та. Та. Ра, та, та. И бегом прям. Бум-бум, что-нибудь, да, во. Штанга. Все поддержки. Нас мы сделали 3 подряд поддержки. Не будем называть пару, 3 подряд мы поддержку эту сделали. Мы делаем драматургию, начинается сразу драматургию делать. Мы делаем рисунок определенный, сразу рисунок. Мы вытаскиваем студию. Понимаешь, вот, ну, как-то вот так получается. Мы с тобой какие-то вдохновители. Безусловно, сделает. Так, так, так. Да. Потом голова, бум, и променад. И это мы двигаемся. Я должна так сделать? Да. Голову вот так? Да, то есть там, та-та-та-та, бум. Вот так? О-о-о-о. Я не занималась бальными танцами так же, как и все, никогда. Моя спортивная подготовка зависела только от себя. Я знаю, что большинство, даже представительниц нашей программы, не поднимет, простите, свою пятую точку и не побежит в 9 утра в спортзал. А я это сделаю. Вот так и про танцы весь танец. И голова. Вот, уважаемые дамы и господа. Многие говорят, почему Светикова досталась Баурову, а не Папунашвили, например. Вот. Вот, видите? Однажды один человек посмотрел рекламу на телеканале «Россия», а на следующий день нашел 1 000 000 рублей. Может быть, это совпадение, но я бы на вашем месте не рисковала. Реклама на телеканале «Россия». Мистер терпения Александр Бауров. Танго. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час я призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час я призналась, что нет любви.
вообще-то говорят, что ты единственная из всех наших участниц, которые свято верят в победу. Я не претендую на победу. Я хочу станцевать все эти танцы, попробовать. Угу. Потому что, ну, это же так безумно. Ну, это такие эмоции вызывает. Ну, какое счастье станцевать танго. Я о нем мечтала всю жизнь. Ага. Я прям... Ну, это здорово. А следующий танец. Я вообще, у меня уже... Мне сегодня сообщили новый танец. У меня новый кастинг в голове. Мне так хочется, чтобы была красивая постановка. Мне так хочется все это сделать. Какая победа? Уж столько конкурсов было в жизни. Ну, ладно уже. Все хорошо и так. Скромничай, скромничай. У меня вчера была температура 37,5. Я сегодня пошла и позанималась, потому что у меня 36,6. Слушай, просто чудо ну какое-то. Мне нравится. Ну что, я так живу, так устроен мой организм. Так сделал мой папа. Помашите нам рукой, пожалуйста. Посмотрите, какой папа. А папа симпатичный? Папа, да. Папа, да. Ладно. Правда ли вы считаете, что вас копируют другие участники? Ой, наоборот, здорово. Ну и слава богу, я люблю вдохновлять. То есть это почетно, быть скопированными? Пауза, да, сказала? Ужасно, да? Нет, стыдно, нормально. Нет. Нормально, мы вытерпим, да. Извините за мои эмоции, мне так понравилось. Танцевать? Это программа. Станислав Григорьевич. Что там откусывало Светланы? Почему нету никакой вот раны? Нету, нету раны. Раны нет. И это от злости или наоборот? Это или от страсти? Власти. А, это страсть была. Хорошо. Я думаю, хотела это... откусить. Я откусила. И слава богу. А что ты хотела откусить? Сейчас для... Ну а что он меня на пол кидает? Антон, ну, осторожный, да. Куда целилась? Нет, сейчас не продолжаем. Великолепный был танец. Были, конечно, некоторые технические помарки, но только потому, что программа, которую они исполняли, была достаточно сложной. Очень сложной для того периода времени, за который они подготовили этот танец. Алла, вот здесь рядом со мной Света, ну, почти не замечает своего партнера, а в танце она его видит. Нет, она как раз общается с... Что случилось, Светочка? Я просто устала от этих разговоров, что я какая-то все с претензиями, что я злая, несмотря на то, что я абсолютно безобидное существо, что я гноблю своего партнера, несмотря на то, что я с ним работаю, а это вообще другое слово. Вот, они просто развлекаются, потому что мне интересно познать эту... сторону. Не злите Аллу Михайловну, пожалуйста. Да, я нагреваюсь. Дайте ей высказаться. А чувствуешь, да? Нет, я просто чувствую. Я... У меня настал нагреваться стол, пожалуйста. Да, Свет, я... Все, я молчу. Нет, это хорошо, что вы молчите, потому что танцуете вы прекрасно. Но когда вы разговариваете на каких-то таких частотах, что начинает звенеть в ушах, и думаешь, мама моя дорогая, не появляйся больше никогда здесь. Я умоляю вас, молчите, танцуйте, не говорите так много. Воу. А теперь о танце. А теперь о танце. Я уже сказала, прекрасно танцует, не надо разговаривать. Это не ваш танец. Вы не поверите, но в наших проектах уже 50 пар делали это с Юрием Николаевым. Идите и вы, сделайте это с ним. Он вас ждет. Иногда получается, иногда не очень, но эта пара очень старается. Вот вам, уважаемые телезрители, гораздо проще. Берите телефон и звоните. 8-803-333-5009. Светлана Светикова, Александр Бауров. Высокопрофессиональный комментарий от Татьяны Лазаревой. Еще Кристина тогда. Друзья, дорогие друзья, дорогие уважаемые члены жюри. Светлана Светикова – девушка сложной судьбы. Потому что она достигла уже так много всего в своей жизни, что глупо тратить свои силы на такие вот проекты, мне кажется. На вашем месте, Светлана, я бы уже остановилась. Что касается того, что тебе сказала Алла Михайловна, что тебе нужно молчать, я как человек, который провел уже на телевидении несколько лет, говорю тебе, говори, танцуй, делай все, чтобы зацепить этих людей, которые тебя будут ненавидеть, но тем самым ты дашь повод телезрителям обратить на себя внимание. Да, Коля, это о вас. Я считаю, что надо переголосовать за Лазареву. Слишком она засиделась на телевидении. Так, сейчас нет. Крошку мою не трогай. Коля, не трогай. Итак, оценки. Ты со своими пуэтами тоже знаешь там. Да, крутил нам. Дай-ка меняем. Жюри, пожалуйста, оценки. Станислав Попов.
Сейчас. 10. Алла Сигалова. 10. Владимир Абрюхин. 9. Николай Тискарицын. 10. Сумма баллов 39. Так, внимание. Успокойся. СМС, сообщение по телефону. 6-0. 6-0 с цифрой... Дамы и господа, цифра 9. Таблицу оценок. На первом месте...